graduated from the first medical school in Turkey in 1843. Is among the best examples of Bosphorus architecture. It was built in the late 18th century. Salih Pendi, who is fond of botany, directed medical institutions for periods of three sultans consecutively. И мы поворачиваем к крепости ближе. Вот она, крепость. Пойду погуляю. Я прогуливаюсь по палубе. Excuse me? Oh, excuse me. Five. Я пойду туда. Падишах Йылдырым Беязыт tarafında 1434 yılında İstanbul'u kontrol amacıyla inşa ettirilen Anadolu Hisarı, zamanı geldiğinde torunu Fatih Sultan Mehmet Paşa'nın işine yaramıştır. Ну вот, это очень длинное путешествие. Мы фактически здесь от одного моста до другого, до третьего, очень большие расстояния. И мы смогли их преодолеть. Здесь опять много чаек на воде. Вот, и мы возвращаемся, похоже, обратно. Но нам нужно еще вот на ту, не туда, а вот на ту сторону. Потому что мы живем там, где есть высотные здания. Азиатская сторона. Идем обратно. Есть люди много. Поворот. Итак, мы увидели весь город Стамбул. Один мы увидели в путешествии на кораблике, а второй мы увидели виртуально сверху на вертолете. Ну, сильнейшее впечатление. Очень сильное. Мы поворачиваем. Причал идем. Приплываем.